Скажите, а кто у нас губернатор Свердловской области сейчас? Ой, я даже... Ну, этот Куйбышев. Так, потом... подождите, как его? Забыла даже его фамилию. Который занимался наркоманами-то. Он где-то там... Ройзман. Вообще не знаю, честно, не интересуюсь абсолютно происходящим Сергей в этом мире. Сергей Зверев или Борис Моисеев? Ни то, ни другое. Точно? Да. Вот я знаю Куйбышева. А он губернатором работает? Ну, он от Путина работает, в общем-то. От Путина где-то работает, да? Ну, здесь работает, конечно. А кем работает? Да не знаю. Куйбышев. Куйбышев? Точно? Да. А то у нас вот просто люди сомневаются в этом. Ну, вроде да. Вроде последний да. раз был. Последний раз когда был? Ну, как я слышал, последний раз вроде он был. Простите, вопросы политики. Время. Кто у нас губернатором работает в Свердловской области? Я из Эстонии, я не знаю. А вы откуда? Нет, губернатора не знаю нашего. Ну, если предположить. Знаю мэра. Мэр Ройзман. Потому что прошла такая информация, что у нас с губернатором Зиги Марли назначился на Бога Марли. Слышали об этом? Знаю Зиги Марли, да. Круто. Спасибо. Ну как же, все знают Ройзман. Губернатором Ройзман работает? Ага. Хорошо работает? Отлично. Отлично. Отлично, да? Да. Почему? Потому что человек. Человек? Хороший человек. А как губернатор вам Ройзман? Ну, нравится пока, довольный.